Сегодня в детском саду мы проводим вот такую интересную лекцию, рассказ. Рассказываем детям про профессию фотографа, видеографа. Дети не только слушают, узнают что-то новое про эту профессию, но также у них есть уникальная возможность подержать фотоаппараты в руках. А еще сейчас мы будем фотографироваться. Дети сами будут фотографировать. Вот, Алин, нажимай, прям на глазки ему нажимай. Ага, и еще раз на глазки нажми. У нас проходит практическое занятие. Смотри сюда, Айлин, нажимай еще раз. Вот так получается. Пойдем смотреть, что получилось. Смотри, как получилось. Классно? Да. И улыбаемся. А мы пока берем репортаж. Расскажите, что сегодня происходило в детском саду? Все было хорошо? Мадам, как ваше настроение? А как ваше настроение, молодой человек? А это мы видим музыкальный работник какой-то в детском саду, да? Здравствуйте, как вас зовут? Молодой человек, вы почему тут беспорядки наводите? Улыбнитесь. Все, сумка собрана, можно идти домой. Да, Даша?